Приятного аппетита! Гречка с курицей — это тема. Что за фу? Фу — это вы, женщина, а не себек. Правильно. В таком возрасте надо тусить с подругами. Я тушу. Ева моя подруга. Индейка моя подруга. Сейчас я вкинусь в ферри и пойду крошки со стола. Почему тебя на доме 2 поливают грязью до сих пор? Потому что я настолько неинтересная, что моя жизнь, даже при учете того, что они меня не видят уже 2 месяца, все равно интересней. Получается так. Ладно, сегодня у меня настроение игривое такое немножко. В бан тех, кто оскорбляет. Да ладно, друзья, гуляй, рванина. Как я хотела сегодня в 3 выйти из дома, прогуляться по своим делишкам. Так, давайте, подождите, вот сейчас вот без вот этого вот всего. Ладно, возьму все. То есть можно было бы взять телефон в самом начале и пойти готовить. Я просто не хотела вас оставлять. Что у нас сегодня? Можешь пиццу заказать, а? Ты общаешься с Юлей Жуковой? Очень мало общаемся, но очень хорошо, кстати, последнее сообщение написала Юля за 5 минут того, как выйти в эфир. Написала, что хочу очень ее увидеть. Но я думаю, что она, понимающая, не обижается, что очень мало времени в этой семейной жизни на общухе. А что думаешь по поводу Марины и Влада? Друзья, мне каждый день приходят миллионы сообщений по поводу Марины и Влада. Это же хорошо. Я просто не знаю, как на это реагировать. Реально, каждый день в директ вопросы. Давайте я отвечу раз и навсегда. Неважно, кто там, чей бывший, какие ошибки совершал человек. Давайте мы будем добрее. Я искренне надеюсь, что все получится и у ребят, и у меня в жизни, и вообще у вас, у всех. Так что я к этому никакого отношения не имею, никакого плохого там комментариев я не имею права высказывать. Да, даже если бы имела право, не высказала бы, вот так скажем. Так что... Так что, что еще можно? Если что-то интересно, спрашивайте. Холодильник открыт, а вот не подглядывайте, знаете ли. У меня есть фетиш, я не выключаю свет и не закрываю холодильник. Так, у нас сегодня что? Заглянем в морозилку. Зато теперь ее любят. Кого любят? Не могла прокомментировать просто, потому что миллионы сообщений, друзья, я тут при чем? Ёпрсете! А вот тут ничего нет. Хороший друг. И так что я была рада такому общению. Ага, у нас есть немножко зеленого горошка. Хортекс. Льда еще, я по привычке морожу лед. Не знаю зачем, если мы не пьем. Все-таки надеюсь, что вот 5 пачек льда в морозильнике мне пригодятся. Но, увы, ах, как говорится. Так, а что еще? А еще ты не солнце, блин. Почему не общаетесь сейчас с Моргеном? Ну, потому что у нас у обоих отношения. Я все-таки считаю, что как таковой дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Не было отношений. Так, филе индейки, лук, чеснок, соль, перец, масло, соевый соус.
кем из бывших участников общаешься? Юлечка, Жукова, Юлечка. Ага. В чем проблема в связи с Жуковой? Друзья, не всегда, когда я с кем-то встречаюсь или с кем-то планирую встречаться, я об этом вам рассказываю. Потому что проблем нет. Как у вас с Пашей дела? Нормально. У нас дела вот нормально. Очень есть сложности. Есть трудности, есть хорошие моменты. Потому что она не бухает. Вот и не общается с Максимом. Друзья, вот эта вот статуэтка достается автору этого комментария. Вы абсолютно правы. Какую Паша ее Моргер долбил? Долбил куда, извиняюсь? Моргер лучше Павлика тебе подходит. Почему часть участников живет в доме? Потому что проект продолжается просто спустя какое-то время. Соевый соус очень много соли содержит. Вы в каком городе сейчас? В Москве. Мы в Москве. А вот тут есть две котлетки. Как вы думаете, надо еще? Котлеточки. Бухай. Знаете, вы вернетесь на проект, не вернемся на проект. Стала какая-то другая противно смотреть. Мне искренне жаль. Я думаю, что вы как-нибудь переживете. Не знаю, если не справитесь, пишите. Так, надо помыть. Давайте помоем тарелочку. Дынс-дынс. Я просто обожаю вас. А я вас. Разрез по ореоле. Переигрываешь немножечко. Нет, друзья, просто у меня сегодня такое настроение. И вот мне хочется вот так вот поиграться. Какое блюдо нравится Паше? У Паши он ест все. Он всеядный, он никогда не выпендривается. Он всегда рад любой вкусненькой еде. Катя с ума сходит в пустой квартире. Это верно. Вити. Отчаянная домохозяйка. На-на-на. Не идут тебе эти кривляшки. Так, смотрите, есть маленький совет. Вот в верхнем правом углу есть крестик. Можете нажать, а еще можете нажать кнопочку «Отписаться» и не заниматься любовными утехами с моим мозгом. Настроение такое игривое, да? Ну перестань уже корячиться для него на кухне. А что ж делать-то? Что ж делать-то? Просто. А как сделать у меня рекламу? Зайти ко мне в профиль. Нажать. Что-то я затупила. Нажать на ссылочку, которая в описании профиля. Зайти на мой пиар-аккаунт. Написать мне. Здравствуйте. Очень сильно хочется у вас, Катерина, рекламу. Деньги есть, деньги, не проблема. Вот. Видела вы Моргину историю, как Бухенвальд осуждает тебя? Ну, о чем-то же надо поговорить в этом мире. Какое у меня любимое блюдо? Мое любимое блюдо хачапури по-аджарски. Жареная картошечка с грибами. Что гудит? А гренки жареные по утрам. Огурцы соленые. Это блюдо. Так, больше жизненных историй. Ну, попробуем. Так, в
падлу, готовить, хочется лечь, лежать. Я на самом деле себя сегодня очень плохо чувствую. Еще меня тошнит весь день, друзья, меня тошнит, я не беременна, понимаете, в жизни бывает, потому что иногда в историю выложишь, плохо себя чувствуешь. Все сразу же начинают писать, что ты беременна. Так. Ты можешь проявить инициативу в общении с мужчиной? Так я же с мужчиной. Куда я буду проявлять инициативу? Только инициативу, когда он в туалете долго сидит, я инициативу проявляю, чтобы дергать начать. Господи. Ты прокалывала язык? Как давно? Прокалывала язык очень-очень давно. Вот прям очень. Вот прям без преувеличения очень давно. Горошек добавляем в индейку. Какая, ну ты крыса, горох, блин, рассыпался везде. Горох, вот от тебя подставы я не ожидала. Лампочка или чай? Не повесим люстру, денег нет. Пока на проект не возьмут нас обратно с халявной колбасой, мы люстру не купим. Планируешь билет на беременность? Нет. И вообще, в принципе, как планировать? Просто надо жить своей жизнью, если что-то случится. Веришь, что глаза – зеркало души? Наверное. Не сами глаза, а их выражение, там, не знаю. Нравится ли Паша твоя новая грудь? Говоришь, что нравится. Как вы думаете, не врет? Расскажи про операцию. Больно ли было, друзья? Больно было капец как, честно. Я подписана на одного блогера, девушку, она тоже делала грудь немножко раньше, чем я. Она такая говорит, пишет пост, ну не сказать, что мне было больно, я просто был дискомфорт. Через 2 дня я уже не была обезболивающей. Друзья, я обезболивающей была 2 недели, каждые 3 часа. Первые 3 дня я просто думала, что я помру, это серьезно. Мне хотелось просто оторвать эти сиськи и выбросить их куда-нибудь. Не знаю, может быть, у меня так, хотя вроде бы я... терпеливая, так скажем, девчонка. Ладно, друзьяшки. Я сейчас хочу приготовить чуть попозже. Попозже. Не очень себя чувствую. А вы когда-нибудь делали? Вот так вот, знаете, вот эта песня. Я могу вот так вот. Вот так могу. Слюнки напускаю туда, ладно, там маленькая осталась. Ой, друзья. Одно и то же. Вопросики. Я думаю, что я на что-то ответила. Что вас интересовало? Всех целую, всех обнимаю. Спасибо, что вы есть. Давайте всем покасики. Пойду немножечко отдохну. Просто вышла отвлечься, потому что плохо себя чувствую, еще раз скажу. Сейчас полежу и пойду заниматься домашними делами. Хотя зачем мне готовить? У меня пельмени вместо губ. Да? Это верно. Канистрочку возьму с собой. Хлебану, так сказать. Либану. Ай-я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 й.